В соответствии с порядком о несении контрактной военной службы, утвержденной в 1998 году, молодые люди отправляются служить в воинские части, расположенные в 21 аймаке Монголии. Выпускник университета Самбу Юндон вместе со 100 солдатами и офицерами откомандирован в центральный аймак. 16-я часть, куда меня направили, только что была укрупнена до бригады. Из нашего выпуска немало курсантов отправляется именно в эту часть. Я надеюсь с честью нести службу. Начиная с этого года в порядок несения службы внесены изменения. Контрактников, в отличие от прошлых призывов, теперь ждут не две воинские части, а 10. Курсанты, завершившие срок обучения, заключают контракт на 5 лет. Отслужившие срочную службу могут продлевать свой срок службы до тех пор, пока им не исполнится 31 год. Меня направили в ту часть, в которую я и просился. Готов служить как положено. Учили нас многому, знаем и устав, и прочие воинские дисциплины. В последнее время авторитет армии заметно возрос. Контрактников ждут вполне комфортные условия несения службы. Хорошая еда, жилье, да и зарплата довольно приличная. А так как по контракту предусматривается, что 50% зарплаты перечисляются на сберкнижку, то по завершении службы демобилизованных будет ждать кругленькая сумма. По истечении 5-летнего срока многие для себя решат, готовы ли они дальше служить в армии. Дилгар Сурен, Турмунг, Аист, Монголия.